вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас дегустация очень интересного виски. Сегодня мы с вами дегустируем Динстон, 17 лет, винтаж 2002 года, и который завершался в бочках из-под Пино Нуар. Пино Нуар – это вино, из которого чаще всего делают шампанское. Мне было очень интересно. Всего лишь 6 тысяч бутылок разлито этого восхитительного виски. Я его купил из Англии. Обошелся он мне, честно говоря, чуть дороговато, 250 евро за бутылку, но из них 100 евро была доставка, друзья. Так что не пугайтесь. Вот так выглядит сам виски Динстон. Продегустируем, узнаем, какой это виски. Потому что мне очень стало интересно Пино Нуар, друзья. Это, как я много раз говорил, это... Всегда вам становится со временем интересно какие-то новые бочки, какие-то эксклюзивные бочки, что-то интересно найти. И вот сегодня мы с вами дегустируем эксклюзивные виски. Что еще эксклюзивного? Если не ошибаюсь, он 50 градусов. Потому что чаще всего, да, 50 градусов. Чаще всего виски Динстон, он 46,3 градуса. Виски Динстон всегда не красится, не фильтруется. Давайте я его вот так вот поставлю, чтобы вам было лучше видно, потому что я сегодня нахожусь в живописном селе. И поэтому маслянистость. Знаете, а как для 17 лет виски маслянистости, то и не видно. Нету маслянистости, друзья. Аромат. Классный. Аромат, во-первых, 50 градусов абсолютно не ощущается. Ощущается аромат легкий, аромат какой-то ванили. И ощущается аромат винограда. Вот. Легкий аромат ванили, легкий аромат вот, алкоголя, легкий аромат винограда. Вот. И есть еще такой кислый аромат. Вы знаете, такой аромат ты встретишь в вине. А в виске я, наверное, впервые в жизни встречаю. Аромат довольно-таки интересный. Вот такой вот тем, что вот аромат винограда ощущается. Это вот как будто аромат вина. Вот помните, я вам рассказывал про Лечик Риоха Кас, когда ты ощущаешь аромат розового вина. А здесь ощущается аромат белого вина. И это интересно. Кстати, цвет. Ну, у нас, конечно, вечер и камера. Ну, вот какой-то золотой такой цвет. Вот на самом деле на упаковке написано лимонное золото, но мы смотрели и при свете, и при таком свете. Он такой темный. Я не назвал бы его лимонного золота. Я бы его назвал, может, даже красное золото. Первый глоток. Я хочу сказать, что восхитительно интересное послевкусие. Алкоголь чувствуется. Его немного, но чувствуется 50 градусов. Нельзя сказать, что ты прям... Ну, может быть, это я только что обжег рецепторы. Может быть, баланс танинов, сладостей и какого-то вот... Ну, не знаю, ну какого-то вот такого, как будто у тебя шампанское в послевкусии. Танинно-сладкое шампанское. Очень интересно. Сейчас я держу 17 секунд и вам расскажу. Я надеюсь, что со мной эти бочки поговорят. Если можно выразиться, как выражаются в вине, можно сказать, что это среднее тело. Он не очень густой, но такой вот, есть густота, есть маслянистость в виске во вкусе. Пока держишь во рту, сначала идет такая маслянистость, сладость, и она сменяется алкоголем. Алкоголь 50 градусов к 17 секунде начинает чувствоваться. Я думаю, что там, ну, секунд 20 его продержать можно. При глотке происходит... Ну, очень много действия, ощущение какого-то
ну, не знаю, каких-то садовых фруктов, вот это так можно назвать. Вот, ну, вот получается, он такой теплосогревающие, какие-то фрукты, это не сухофрукты, это действительно какие-то фрукты со специями, очень классно, очень восхитительные. И вот после вкуса баланс терпкости, сладости, какой-то, ну вот какого-то, ну это даже, наверное, не виноград, это какой-то ваниль со сладкой, ваниль с виноградом. Вот что-то очень восхитительное. Я сейчас еще секунду дам своему другу попробовать. Может, он еще что-то пару слов подберет. Одну секунду. Ну что, друзья, и снова с вами. Очень сложно описать этот виски. Вы знаете, я даже обратился к бутылке, думаю, ну, может быть, что-то мне подскажут. И на бутылке финиша написано, знаете, так я, наверное, редко такой финиш. Long acidity leading to mild malty creams. То есть, получается, длинная кислотность ведет к средней какой-то кремности. Ну, тут ни о чем, вы знаете, так вот. Вы попробуй это пойми, чем они написали, какой это финиш. Значит, друг сказал мне так, говорит, помнишь, мы с тобой пили Динстон Бордо 10 лет? Вы можете вот здесь увидеть это видео. Вот этот виски уходит как раз не в красное вино Бордо, а он уходит в белое вино, вот Пино Нуар, ну, кому-то вот шампанское, мне, наверное, в шампанское. И этот виски однозначно заслуживает на то, чтобы его попробовать. Это очень интересно. Очень интересно, что еще друг сказал, что это очень легкие летние виски. И вот мы сейчас летом находимся, у нас сейчас здесь 28 градусов. И вот как для лета я говорю о 50 градусов. Он говорит, о 50 градусов абсолютно не ощущается. И получается вот это летний такой восхитительный виски. Друзья, я вам могу его рекомендовать попробовать, если вы его найдете, если у вас получится. Всего лишь 6000 бутылок в мире. Я забрал последнюю бутылку с Whisky Exchange. Это винтаж 2002 года. Восхитительно. Вы знаете, Динстон все-таки делает интересные и восхитительные виски. Я желаю вам, чтобы у вас было все хорошо.